В чем североказахстанские школьники преуспевают, а в чем отстают? Определить это помогает внешняя оценка учебных достижений. Она проводится ежегодно среди учащихся выпускных классов в виде тестирования. В этом году его впервые сдают в лицее Дарын. Как там справились с заданиями, расскажет Жансулу Тастемирова. Последние месяцы в начальной школе и первое серьезное тестирование – ВОУТ – математика и литературное чтение. По этим двум предметам определят, насколько качественно подготовили ребят к переходу на новую ступень школьного образования. Всего четвероклассникам дается 30 заданий, на них 70 минут. Одну из первых справилась Дарья Шуталева. Сегодня были сложности с математикой немного, с задачами на движение. Некоторые я знаю вопросы, а некоторые еще не очень решала, сидела. За эту работу школьники оценок не получат. Задача ВОУТ – мониторинг качества образования, определение сильных и слабых мест. Все вопросы в рамках школьной программы. Сдают тестирование ученики 4-х и 9-х классов, а в этом году решили проверить знания и у выпускников. Так как сейчас трансформировалась процедура единого национального тестирования, и она стала формой вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Республики Казахстан, в процедуру ВОУТ включены именно 11 классы. В этом году для тестирования выбраны предметы, которые являются обязательными на ЕНТ при вступительных экзаменах. В каких из школ будут проводить ВОУТ, решает Министерство образования. Там же определяются и классы. К примеру, в лицее Дарын сдают только 4-е и 9-е. У последних 60 заданий. 20 по казахскому языку, остальные по одному из предметов. Физика, история, химия, литература и другие. Тут уж как повезет. Мне попалась алгебра, а алгебра мне нравится. Я на прошлой олимпиаде, была городская олимпиада, и по области я занял там по алгебре 3-е место. И, можно сказать, повезло. Всего в ВОУТ пройдут около 1400 человек. Это учащиеся Байтерекской школы Кызылжарского района и 13 Петропавловска. Сдают тестирование в письменном и электронном виде. Все зависит от технического оснащения учебных заведений. Общий итог знаний североказахстанских школьников подведут 28 апреля. Жансулу Тастемирова, Казбек Арыкпаев, новости МТРК.